четверг в Самарской области облачно с прояснениями, без осадков. Всего 3-5 градусов тепла днем, ночью 3-5 ниже 0. Северо-восточный ветер 1-3 метра в секунду. В Сызрани облачно. В дневное время плюс 3, ночью минус 3 градуса. Северо-восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти на небе облака. Днем плюс 4, ночью минус 3. Северо-восточный 2 метра в секунду. В Самаре переменная облачность. Днем плюс 4, ночью 4 ниже 0. Северо-восточный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 37%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.